Всем привет, мои хорошие, с вами Аки Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет влог, и я во все оружие, как вы видите, собрала камеру, здесь у меня телефон, штатив, и надеюсь, что я ничего не забыла, потому что мы собираемся снимать мукбанг на природе. Надо, кстати, губы накрасить, не забыть. Бабушка сейчас идет к тете, они собираются в гости, а мы с мамой идем в парк. Я надеюсь, что вам понравится такое разнообразие, и в дальнейшем я буду искать интересные локации для съемок мукбангов. Хотя бы, чтобы у тебя в руках была маска. Бабушка у нас так нарядилась, она сегодня идет в гости и не хочет одевать маску. На такси потом требуют маску. Если ты не оденешь маску, тебя могут оштрафовать. Так что надо. А это наша семья. Это мама, бабушка и я. Я такая вот с штативом, все дела. Почему-то у меня, мам, такое ощущение, что я что-то забыла. Вот стопудово что-то забыла. На микрофоне сядет батарейка. В самый неподходящий момент. Когда забываем, ощущений не бывает. Да, думаешь? Да. Это знаешь, на что похоже? Когда я ехала на экзамен вступительный в университет, мне мой двоюродный брат говорит: у тебя есть волнение? Я говорю, что вообще нету. Он говорит: это очень плохо. Я говорю: почему? Это синдром двоечника. Но я поступила, так что... Ребята, что... У меня аж язык заплетается. Ребята, что сейчас произошло? Я, короче, пошла в супермаркет купить лак для волос, потому что эти волосы меня раздражают. И еще сок, чтобы попить там, в парке. И получается, я вытаскиваю денежку из вот этой вот сумочки. И мне продавщица-кассир говорит, что у вас что-то выпало, девушка. Я говорю, да вроде ничего. Потом она такая говорит: нет, говорит, у вас что-то выпало, я прям увидела. Я смотрю вниз, но ничего нету. Потом девушка, которая стояла в очереди после меня, она мне говорит: нет, девушка, у вас что-то выпало, посмотрите. Я начинаю искать там на полу и нахожу свою флешку, прикинь. Флешку мою. Наконец-то мы нашли тенечек, вот такой вот задний план, ну не прелесть ли? Здесь газон, не знаю, можно ли сидеть на газоне, вроде как нет, но я думаю, что мы быстренько сейчас без палева снимем видео и свалим отсюда. Когда я уже устанавливала камеру, я обнаружила, что я забыла батарейку. Красота. Вот теперь с мамой думаем, ехать домой или снимать на влоговую камеру. Мама предлагает снимать на влоговую камеру. Я думаю, что просто будет шумно. Это здесь спокойно. Это эксперимент. Почти себе. Как же здесь хорошо. Может, ты тоже поделим, может, шаурму? Нет. Не хочешь, мам? Да. Вообще, надо сюда на пикник прийти. Все, мы сняли видео, сняли немножко тиктоков. Если честно, я стеснялась, но мама говорит, что-то по тебе незаметно было, что ты стесняешься. Просто рядом здесь компания, короче, была, там были дети, они так смотрели на меня. О, тикток снимает тикток. В общем, мы двигаемся уже потихонечку домой. Дела сделаны, не знаю, как получилось. Надеюсь, что выложу. Надеюсь, что будет слышно хорошо. Мама говорит, что, слава богу, наверное, в этом видео твое чавканье не будет слышно. Я думаю, блин, мое чавканье не будет слышно. Ну что же за контент такой, а, если чавканья нету? Все, мы уже дома. Как только зашла домой, я выложила для вас тикток. Еще, кстати, мне позвонили с почты, видимо. Видимо, моя посылка, которую я заказывала 3 месяца, даже 4 месяца назад, видимо, ее доставили. Может, по какому-то другому поводу, я точно не знаю, но вроде как звонок был. Я просто не услышала. Надо перезвонить и переспросить, что вы мне звонили сказать. Я, мои хорошие, снимать не стала, но я только что пришла с почты. Я получила, наконец-то, посылку, которую ждала 3 месяца, даже 4 месяца. Здесь чехлы на телефон. Сейчас открою и вам покажу, что же мне пришло интересненького. Вау! Посмотрите, какая красота! Правда, они, знаете,
не силиконовые. Это как будто такая пластмасса. Я, если честно, думала, что они будут мягкие. А вот эти вот уже мягкие. Второй чехол. Купила очень бюджетно, но ждала полжизни. Кстати, очень похожие оттенки. Я ожидала, что они будут немножко разные. Этот матовый. Вау, этот вообще бомба. Матовый и глянцевый. Неужели я заказывала эти оттенки? Даже не знаю. Вроде я заказывала 5. Надо посмотреть в приложении. Почему-то мне кажется, что я заказывала 5. И последний вот такой вот. Это тоже не силикон. Такая вот красота у меня на телефон. Все. Обновочки для моего телефона. Я сейчас, ребяточки, перепроверила. Оказалось, что действительно я заказывала именно вот эти вот. Очень странно, что я заказала 2 настолько похожих чехла, один из которых матовый, а другой глянцевый. Этот глянцевый вообще стоил 3 копейки. Я померила. Потрясающе. Просто единственное разочарование. Я думала, что эти тоже будут силиконовые, но нет. Мне кажется, такие чехлы, они как бы не защищают от ударов, а не только от царапин. Ну ничего, буду носить и даже задумаюсь, может быть, еще что-то заказать. Пришло же все-таки, почему бы нет? Так выглядят усталые глаза. Усталые большие глаза. Я уже здесь вот так вот почесала, и у меня такой фингал образовался. В общем, я где-то 4 часа просто монтировала видео. А видео закупка продуктов, монтаж у меня занял 3,5 часа, потому что там нужно было цены переводить в рубли. Там был огромный чек, где нужно было искать цены, потом переводить в рубли, по одному это все писать. В общем, очень много времени это у меня заняло. Поэтому я думаю, что сегодняшний влог, наверное, получился очень ненасыщенный. Сейчас я иду купаться. Мы договорились с Айсель, что завтра мы увидимся, будем снимать тиктоки. Так что где-то в 5, в 4, в 5 ориентировочно мы с ней должны увидеться. Пофотографируемся, поснимаем тиктоки. Давно вообще с ней не виделись. Что-то интересненькое намутим. Наверное, мукбанг снимать не будем. Хотя, если вы хотите, пишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы мукбанг с Айсель. Если вы хотите, я с удовольствием сниму для вас подобное видео. А я сейчас пойду купаться. Я, короче, буду купаться с фруктами и с чаем горячим. Вот. Мама говорит, ты сумасшедшая, а я ей говорю, а ты думала, я нормальная? Всем привет, мои хорошие! Сегодня уже следующий день. Я решила влог дополнить и сегодняшним днем, потому что он получился очень короткий. Мы сегодня должны были встретиться с Айсель, но, к сожалению, она сегодня утром мне написала, что у нее дополнительные занятия, и, к сожалению, сегодня она не может. Так что мы с ней увидимся как-то в другой день обязательно, и будем снимать для вас тиктоки, возможно, даже и мукбанг. Посмотрим, как карты лягут. Но сегодня, к сожалению, не получилось. Ребенок тянется к знаниям, и пусть не буду отвлекать, так скажем. Сейчас я собираюсь поснимать для вас тиктоки. Хочу сделать классную прическу. Я искупалась, сделала макияж, хотя лицо у меня уже совсем жирное. Раньше такого вообще не было. Вот раньше я наносила тональный и мечтала о том, чтобы у меня на лице был жирный блеск. Сейчас, пожалуйста, постоянно пудрой прохожусь, чтобы как можно интенсивнее заматировать лицо. Для начала, как всегда, нужно собрать постель. Убрать весь косметоз с постели, у меня вечный срач. Ребята, я просто кайфую от этих чехлов. Я просто один снимаю, другой надеваю. Как же это красиво. Очень приятный на ощупь, прям вообще. Я даже вчера вечером прям лазила и смотрела, хотела еще что-то заказать. Вы, наверное, думаете, что это одинаковый цвет, на самом деле нет, это голубой, а это фиолетовый, а на сайте они были вообще другие, я не думала, что цвета будут настолько похожими. Этот я покупала в городе, у нас в городе, в Баку, я его покупала за 10 манат, это 440 рублей, а вот эти вот 4 мне обошлись все вместе за эту цену, за цену одного вот этого чехла. Так что выгоднее покупать, конечно, на Алиэкспресс, но придет, не придет, тут, конечно, вопрос. Готово. Надо еще занавеску поправить. Вот теперь точно готово.
Вот такой вот у меня образ, такие гагулечки у меня получились. Они, правда, не одинаковые. Мама мне уже 500 раз сказала, как они не одинаковые, но я постаралась сделать их максимально похожими. Я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться, потому что я ухожу, так как с Айсель у нас встретиться не получилось. Я решила пойти с ночевкой к Шелли. Ой, к Шелли, что я несу? К Фате, прости, Фатимочка, прости, подруженька. В общем, я решила пойти к ней, и я думаю, что этот влог, он получился какой-то каша, какой-то неинтересный абсолютно, кусочки отсюда, кусочки оттуда. В общем, фигня полнейшая, поэтому я решила этот божественный влог, который очень неудачный, я не знаю даже, я буду выкладывать или нет, хотя нет, пофиг, выложу. Но следующий влог будет на самом деле очень интересный, потому что я иду к Фате, ночевочка, подружек и так далее. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, хотя я очень сомневаюсь в этом. А, кстати, я вам не сказала кое-что. Я в шоке над тем, сколько людей подписывается ко мне в ТикТоке. Если вы подписаны на меня, то вы в курсе. У меня каждый день 1500 человек в лучшие времена. Ютуба на меня не подписывались столько людей. Я в шоке, честно. У меня видео с бабушкой набрало 500 000. У меня есть видео, где по 1 000 000 просмотров просто вот так вот набирается. Хотя, честно, я прям не сижу, не усердно, не стараюсь над ТикТоком. Так много хороших комментариев. Спасибо вам огромное, честно. Мне очень приятно. Я даже не ожидала, что когда я открою комментарии, будет столько положительных отзывов, которые меня безумно мотивируют снимать что-то дальше. Я просто в шоке была сегодня утром. Я вчера легла спать, сегодня утром встала и вижу плюс 800 новых подписчиков. 800. И это, конечно, меня мотивирует снимать. Поэтому я делаю такие гагулечки, сижу, снимаю. И я кайфую от того, что я делаю реально. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, пожалуйста. Мне будет безумно приятно. А подписчиков я, конечно же, лайкаю. Вот, как-то вот так вот, ребята, извините за этот влог, он получился какой-то, ну, не очень, ну, что поделать, я буду исправляться. Всех люблю, целую, с вами была Эка Эмили, завтра ждите обалденный влог с ночевки Фати.